Всем прив! Не обращайте внимания на фон, я просто решил поэкспериментировать. ГМД сравнение уровней. Сколько видосов сняли про эту тему, но никто пока что не сравнивал эти два уровня. Варкора и Азурфуэйр. Про Азурфуэйр мы знаем, что это топ-0 демон из моего видоса, из комментариев Эйрили и все такое. Но откуда вообще появилась Варкора? Варгак верифнул ее и все. Можно было бы забить на этот рофл проект. Да не тут-то было. Прямо сейчас Варкору активно верифицируют, и мне пришла в голову идея сравнить два уровня. Критерии оценки на вашем экране, не буду вас задерживать. Поехали! 5 минут назад я битал Азурфуэйр. Видел ту Варкору, это просто мерзость. ГМД сложность. Давайте начнем с Азурфуэйра. Топ-1 РК уровень. Чё, почему РК? ЛК, НК. По факту, оригинальная версия была даже и так топ-1. Сейчас вышли всякие Секупен Сёрклзы, Слоутерхаусы. И Айден забафал этот уровень как раз таки до уровня Слоутерхауса, даже больше. Сложность непременно топ-0 демон. Варкора, тут уже все попроще. 73 фрейма на 60 FPS. Варкора будет очевидно сложнее Азурфуэйра. Хоть и Азурфуэйр тоже возможен на 60 FPS, там не 73 фрейма. Так что по первому пункту побеждает Варкора. 5 минут назад я битал Азурфуэйр. Фановость. Очевидно, Азурфуэйр будет фановее Варкоры. Варкора — это каждый клик, просто перфект тайминг. Так что тут 1-1. 5 минут назад я битал Азурфуэйр. Декор. Но тут проблема. Две разные тематики, да и в Варкоре готов только один парт. Но лично мне все же не понравился парт в Варкоре, а Азурфуэйр мне нравится как-то больше. Может быть, следующие парты Варкоры исправят положение, а может быть и последующие парты Азурфуэйра ухудшат положение. Кто знает, но пока что 1-2. 5 минут назад я битал Азурфуэйр. Верификаторы. Оба верифера терпеливые и готовы играть в уровень 24/7, пока не битнут. Это гарантирует то, что эти два уровня 100% выйдут. Счет у нас 3-2. 5 минут назад я битал Азурфуэйр. Последний пункт. Динамичность. Нынешние парты Варкоры скучные, даже на третьей или на четвертой скорости. А декор парт, ну, тоже скучный. Единственный декор парт. Так что, победа Азурфуэйра, но не по сложности. По своему дисбалансу, убогому ГП и все такое, Варкора в сложности просто до небес. Именно поэтому это топ-0 будущего. Большое всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, помогите добить 500 подписчиков. Окончательные баллы можете видеть на экранах. Спасибо величайшему мне, что помогал составлять этот топ. Эти баллы объективно.